Семья Евстифеевых из Новоспасского района – потомственные земледельцы. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир начал свое дело в 2007 году. Тогда в распоряжении было 560 гектаров земли. Спустя 13 лет площадь пахотных земель увеличилась почти до 6 тысяч гектаров. В этом году засеяли кукурузу, подсолнечник, ячмень, гречиху. Весенние полевые работы, сев я практически закончил, остался немножко досеять гречку. Сейчас ведем подготовку почвы под озимые урожаи следующего года. В этом году в хозяйстве пополнение. Приобрели два новеньких комбайна. За рулем даже успел посидеть глава региона Сергей Морозов во время своей рабочей поездки в район. Он пообщался с работниками хозяйства и осмотрел остальную технику. Зеркала какие хорошие. Угу. Все. Уже вот маленько по-другому тоже они выше стоят. Выращивать агрокультуры Владимиру помогает сын Николай, который также открыл свое КФХ. В работе используют элитные сорта и гибриды семян и минеральные удобрения. В планах Евстифеевых расширить производство и заняться животноводством и построить ферму. Поставленную задачу губернатора – это построить ферму. Ну, поголовье где-то в районе 300 голов. К осени будем рассматривать вариант стройки. Тем временем посевная кампания в Ульяновской области завершается. Лидеры среди районов – Строменский и Терингульский. Яровых культур посеяно на площади в 332 тысяч гектаров. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.